Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролиплей, Центральный округ, Мунисель Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить маник по регистрации, также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет очень крутое видео, поэтому советую вам его посмотреть от начала до конца, потому что такого, я думаю, вы еще не видели. Я устроил жесткий пранк над игроками. Получается, произошел некий баг, и меня поставила система на зам лидера, получается, тюрьмы, фракция такая есть. Я там жестко троллил игроков, ну, делал вид то, что я, получается, типа замлидера, спрашивал, почему они не работают там и так далее. Поэтому, пацаны, я надеюсь, вам такое видео понравится. Реально, посмотрите его от начала до конца. И также мне от вас нужна максимальная поддержка, потому что на прошлом видосе вы набрали, по-моему, 120 лайков. Давайте постараемся на это видео также набрать 100 лайков, и я буду дальше продолжать снимать такие интересные видосики. Все, желаю вам приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хочу вам посвятить очень интересный канал, называется он Изя. Парень недавно начал заниматься ютубом, буквально 2 недели назад, поэтому ему нужна максимальная поддержка. Снимает он на Родина РП, Центральный округ, где снимаю я. Снимает видосики, также каждый день делает стримы. Поэтому, пацаны, давайте все поддержим и перейдем, подпишемся на его канал. Сам на него подписан, смотрю его стримы и видосики, поэтому тоже вам советую. Ссылочка на его канал будет в описании под видео. Так, пацаны, короче, я еду, получается, на Анашан, там должен быть пацанчик, которого я должен купить дом. Ну как дом, квартиру с гаражом. Или то, что у него в Приморске квартира с гаражом. Но я вроде бы там таких квартир не видел. Так, Влад сам, да, вот он, получается, 413 ID. И он квартиру продает за 420 тысяч. Это на самом деле недорого. Видео, пацаны, будет не только про то, что я покупаю себе квартиру, а еще мы кое-чем займемся, потому что там такой интересный баг произошел, с помощью которого можем немножко поразвлекаться. Поэтому сейчас заберем пацана, короче, и поедем. Нормально, пацаны, квартирка с гаражом. Я даже не знал, что тут гаражи есть. Нормально, что сейчас квартирку купим за 430 тысяч, по-моему, он говорил. Ну, типа, это нормально. Еще и с гаражом. Потом нужно будет свои машины отвезти. Но это, в принципе, я потом сделаю. Так, 425 тысяч, количество комнат 2. Все, большое спасибо тебе, реально от души. И, короче, у меня тут баганулось, и я, типа, нахожусь в организации, и я зам лидера. Я не знаю, как так получилось, но это уже не первый раз. Я даже вам ставлю момент, когда у меня такой баг произошел, но у меня потом игра вылетела, надеюсь, в этот раз такого не будет. Получается, мне как-то система дала заместителя в тюрьме, 9-й ранг. И я вам сегодня это все покажу. Я просто хочу прикольнуться, получается, с рабочих. Потому что я уже только что пробовал. Они такие подходят, говорят, ты кто, админ? А я им кидаю, короче, паспорт. И в паспорте у меня написано то, что я как бы замначальника тюрьмы. Вот, можете как бы на это посмотреть. Здесь это написано. Но на самом деле я не замначальника тюрьмы. Вот пишем даже set spawn команду. И нажимаем, получается, spawn организации. Вот, нажимаем. И мне пишут, что я не состою в организации. Я уже у админов узнал, получается, это баг, пацаны. Если что, как бы я недавно получил админку. И я решил записать такой видосик, пацаны, это будет пранк. Видите, я себе паспорт показал, и я, получается, замлидера. Начальник тюрьмы, типа замначальника тюрьмы. И даже если мы посмотрим статистику, получается, я здесь также замначальника тюрьмы. Поэтому сейчас давайте к ним телепортируемся и попробуем к ним зайти туда. Главное, чтобы сейчас не залагало, потому что это будет... Так, ага. Немножко не сюда. Все, я телепортировался, короче, к ним. Вот сюда на базу. И сейчас я могу попробовать пройти сюда. По идее, у меня должно это получиться. Я хочу попробовать просто даже вот переодеться. Давайте попробуем. Опа, я, по-моему, нашел, где можем переодеться. Ай-яй-яй-яй-яй. Здравия желаю. Так, сейчас, короче, поприкалываемся. Сейчас, короче, мы реально с них поприкалываемся. Так, а что у нас все посты свободны? Я не понял. А что у нас тут все посты свободны, пацаны? Вам что, зарплата жмет? Карман? Я не понял, алло. Что у нас все посты свободны? Я не понял. Но я чисто поприкалываюсь, пацаны. Надеюсь, вы не будете против. Я давно хотел это сделать, на самом-то деле.
Так, давайте сейчас пойдем туда, где людей побольше, короче. Но это такой прикольный баг, пацаны. То, что я типа зам лидера, и я могу даже переодеться. Здравия желаю. Так, у меня что-то скажет или нет? Ну давай, что-то пиздани, пиздани. Здравия желаю. Почему все посты свободные? Давайте спросим у него. Почему все посты свободы? Чисто поприкалываемся немножко. Блин, надеюсь, меня потом админы за это не накажут никак. Хотя я сам администратор, в принципе. Не знаю, все разошлись. Понял. Можете идти. Можете идти. Так, давайте выходим. Ебать это охуенно, пацаны. Разрешите обратиться, говорит. За парад. Конечно будет, конечно будет. Бля, он даже не понимает то, что я не настоящий. А вы кто? Я заместитель тюрьмы. Могу предоставить вам свои документы. Подождите, я сейчас вижусь. Вот, можете сами проверить. Сейчас, короче, они походу спали то, что я не настоящий. Проверьте отчет на форуме пишет. Ебать, это жестко. Так почему на вашей ебашкой написано без ввода? Ну, бах, наверное, какой-то, я не знаю. А во сколько парад будет? Извиняюсь. Пока что нету точной информации. Давайте допишем. 8 числа будет уже точная информация. Давайте допишем. А во сколько репетиция? Во сколько скажут админы, во столько и будет репетиция. Давайте допишем. Так, давайте на пафосе такие уходим. Ебать, это просто пиздец, пацаны. Бля, я, если что, извиняюсь, пацаны, я им потом скажу то, что, ну, как бы я не настоящий замлидера, просто поприкалываемся немножко. Я могу даже машину взять, прикиньте. Я вам серьезно говорю то, что это баг, как бы, это не в первый раз уже такая тема. А я могу ее взять? Ой, ебать мой хуй. Я могу ее взять, прикиньте. Ну, давайте попробуем выехать. Ебать, это жестко, пацаны, ебаный насос. Не, пацаны, ну если вы лайк не поставите, потому что, ну, бля, ну это жестко, пацаны, это реально контент. Вы хотели контент? Вот, держите контент. Я выгнал Катюшу просто на улицу. Вот это, пацаны, по кайфу просто. Чисто, ебать, стал багом замлидера и раскатываю на Катюше просто. Вот это, пацаны, я понимаю. Она не стреляет, да, по-моему? Да, она не стреляет, пацаны. Она просто, ну, визуально так выглядит и все. Я так нормально поприкалывался. Я надеюсь, то, что никто не обидится, как бы, ну. Так, заезжаем, оп. Давайте на место поставлю, потому что все-таки, ну, не будем ничего тут портить, так сказать. Сейчас просто на место поставим, все. Так, молодые, я не понял, почему все посты свободные? Я у вас спрашиваю. Я займу пост. Давайте, приступайте к работе. А вот можно спросить вас, почему вы... Вы что, меня не узнали? Я замначальника. Почему у вас нет завода? Ми показал... Документ. Да, удостоверение можете показать, пожалуйста? Вот, смотрите. Вот это жестко, вот это жестко. А вы можете мне выдать новую папку тут? Еще раз повторите. Можете выдать мне новые погоны, точнее проверить сначала отчет, а потом выдать новые погоны? Ну, я чуть позже этим займусь. Мне можно показать? Ладно, давайте им скроемся. Ладно, пацаны, я шучу, я ютубер. Я не девятка, я ютубер, я видео записываю. Просто у меня баг произошел, на самом деле я администратор вообще. Просто у меня баг произошел, и меня кинуло во фракцию. Напиши в бачат напиши. Вот такое вот название. Если что, там извините, если что-то не так. Просто я решил прикольнуться с вас немножко. Ладно, пацаны, короче, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам это понравилось. Всем пока-пока.